Эй, чувак, стой! Стой, 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 стой! Стой, 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 стой! О, я спокойно хожу. Выйти не могу. Выпустите меня, выпустите меня! Ю-ху! Прикольно, да? Все? Да. Пришла пора проверить, как работает мой парк аттракционов. О, клиент, круто. И это весь мой парк. Сейчас мы его будем исследовать. А поможем сегодня персонажу Кур исследовать папа и дочка. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Итак, ребята, я управляю Ритиным персонажем. Она попросила ничего не тыкать, потому что я могу что-нибудь сломать. И сейчас мы будем пробовать, как же мне, например, покататься на лошадках. Давай, я подхожу к лошадкам. Что мне делать? Залази на лошадки. Смотри, тут нужно нажать F. F нажал. Дальше нажми еще раз F. F. О, видишь, от это первого лица. Лица. И сейчас покатится, смотри. Как в реальной жизни, особенно на американских горках увидишь. Ночь наступила. Темно. Ты хоть тут фонари-то построила? Да. Вот, я катаюсь на лошадке, ребята. Мне снова 3 годика. Ура! Ну ладно, я, короче, слазю. Все, все, клиенты без меня. Мы идем проверять парк. Ну, отодвигаю ритуль. А, нет, свет есть. Ладно, метод правой руки. Мы сначала пойдем вот в эту сторону. Что же Маргарита построила? Тут камешек, надо было мусорки понаставить. Забыл. Вот это? Это не камешек, это мусор. На пол вот кидают. Смотри, нажми на этот камень. И вот. О, убираем, убираем. Носом! Но, в смысле, она его ест, что ли? Я не знаю, но... Она вылизала, она вылизала пол есть. Приходится это все делать носом, да, если мусорки не поставить. Какой кошмар. Куда-то дорога. Дорога. Много мусорки. А вот и мусорка, да? Да. Идем сюда, теперь сюда. Кстати, это вот я сегодня строила. Вот это? Есть. Но, посмотри. А ну-ка, попробуй от первого лица. Это очень просто классно. Сейчас попробуем, ребята. Аккуратней. Аккуратней. Сейчас может закружиться голова. Погоди, сядь на самую первую просто. Ладно. Все. Ой, какая смешная мордочка. Да. Давай от первого лица. Опа, 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 ребят, все. Можно еще по-другому. Еще раз нажми. Вот. О, это же страшно. Это страшно. Нет, мы сейчас будем падать. Нет. Нет, только не это, ребят. Смотрите, классно прорисованная графика. И сейчас, внимание, на старт. Ой, я сейчас уписаюсь. Помчались. Осторожно, ребятки. Голова может закружиться. Все, я вот еду. Круто, да? Вообще круто, 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 круто. Все, приехали. Пойдем дальше. Вот я видел, куда-то здесь можно подняться. Да, только здесь, наверное, выход из какой-то там дороги. Эй! Закрыто! Блин, я забыла. Смотри, нажми на эту горку. Нажал. Теперь нажми open. Open, нажал. Крестик. Крестик, нажал. Всё. О, ребята, сейчас мной приедет. Рита управляет просто. Сейчас приедет поезд. Давай, ой, давай. Не приедет, я не знаю. Испытаем, что это там за горку сделала в темноте, ребята. Темном темноте. Вроде сегодня тоже строила. Но я не знаю, где горка. Где? То есть, где транспорт сам. А чтобы мне было не страшно кататься, поставьте лайк за 3 секунды. 1, 2, 3. Может быть, и не будет страшно, потому что здесь нет транспорта. А тогда смотри, нажми close и open. Closed, open. Вот, появился. Вау! О, поезд! О, прикольно, так садимся. Все, ребятки, смотрите, день наступает. Очень красиво наступает. Погнали. А, это детская горочка такая. Не, знаешь, совсем детская. Ну смотри, тут совсем чуть-чуть, чик-чик, никаких. Чук-чук-чук, чук-чук-чук, им классно. Слушайте, ребят, мне нравится, в Роблоксе стала графика такая классная. Солнце прям светит, все четко, тени. Ю-ху! Это вторая часть. Ю-ху! Ой, тут блок летает, что он там летает? Ю-ху! Я еду, ю-ху! Сейчас мы исправим это. Нет, потом будешь исправлять. Нет. А я вижу там горку синюю, ты чё? Все, теперь подождать нужно, где? Пока приедет. Где, где, где? Ты чё встал на рельсы, сейчас приедет. А, задавят. О, видишь, уже приезжает. Где, где, где? Ну, где, слева. А, вот, привет, привет, чувак. У-ху. Так, мы садимся, присаживайся рядом, давай. А где он? В тебя сел. Он исчез. Он в тебя сел. Эй, ты чё, деловой, что ли? Колбаса. А сейчас опять. Еще второй. Мы два в одном едем. Ой, Рита, а что такой крутой подъем? Она не рухнет? Ты проверяла их? Да, я всегда тестю.
тестила. А ты делала оборванная и вылетает? Нет, если оборвать? Нет. Йоу, летим, юху. Тоже сегодня строила. Так, от первого лица едем наверх, ребят. Вниз. Ты можешь мышкой мотать, как я. Мотать мышкой? Да. Нам столько еще нужно обойти, а мы тут на горках застряли. Видел самую высокую горку? Где он там? Вот это экстрим, и вот там. Ребят, мы ее попробуем в конце. Давай пока посмотрим, тут что еще. Тут куча экстремальных горок, вот видишь, там спереди вроде это не мои, не знаю. А что они тут стоят, что тут такое? Это туалет. О, пошли сгоняем. А там нельзя. А, это только для посетителей, да? Да. То есть ты никогда не хочешь в туалет? Нет. Ясно. А, ну все понятно. Ой, подожди, тут что-то хавчик купить можно. Эй, нет, здесь нельзя, можно шляпу? Посетители. Нет, шляпу. Знаешь, что когда... Можно вот, видишь, два человека купили шляпки. Прикольно, тебе да? Тебе деньги идут, да? Да. О, вижу какую-то штуковину. Хочу. Вот, давай. Да? Все, увидишь, давай. Увидишь, круто. Ё-моё, ребят, сейчас нас ждет что-то невероятное. И от первого лица. Ю-ху! Прикольно, да? Всё? Да. Я додумал. Ну, если бы в реальной жизни было бы круто, да? Не, да, конечно, да. В воду чпок тебя так. На уточке можно покататься. Привет! Это лебедь. О, все. Это уже они круг проехали. Я выгнал чувачка. О, да, ты в нем сидишь. Прикольно. Ну, тут медленно катается, но прикольно все равно. Подожди, идем дальше. Что я здесь еще не посмотрел? Ребят, о, вот, зеленая змея. А ты не видел правую вон ту? Нет, еще. Водную, которая справа. Я сказала справа, так, направо, ладно. Снова направо. Вон там, видишь? Водная горка. Ура, я шел к зеленой, свернул к водной. Эй, чувак, стой! 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 Есть! Фух, все, что ты один едешь? Давай вместе покатаемся. Привет. Там будет прикольно. О, ребят, есть лед. И... Погнали! Прям вода в лицо! Ю-ху! Ой, так быстро. Ну, было круто. Да. А вот еще какая-то штуковина. Идем. Это что-то детское, наверное. Просто. Ничего, поехали. Ничего, все, поехали. О, мы поехали. Сейчас будет супер экстремальная горка. Ребята, от первого лица. Сейчас как рванет, смотрите. Сейчас как... Ю-ху! Ой, чуть инфаркт у меня не хватил просто. Это самая страшная горка. Кончилось. Как, кстати, вход не очень удобный, прям под мостиком. Да, я заметила. Ты поток переделаешь? Ну, может быть, но не хочу ничего переделать. Нет? Во, иду сюда. Ребят, сейчас испытаем вот этот аттракцион. Центрифуга. Ну, тут крутилка. Давай, все, это, ребятки. Это называется, вроде не помню, конфетка какая-то. Не помню, что это называется. О, закрылось все. Центрифуга, погнали. Сделай первое лицо, у тебя голова закрылась. Я закрою глаза. Ребят, смотрите внимательно. Напишите, у кого закружилась голова. Да, мне уже укачивает. Сейчас посмотрим. Спрыгни. Нет, нормально. А ты спрыгни. Пью. О, я спокойно хожу. Выйти не могу. Выпустите меня. Выпустите меня отсюда. Опа, все. Все, быстрее. Нет, я себя. Нет, спасите, помогите. Выпустите меня отсюда. Сейчас. О. О, дракон. И знаешь, что когда я сделала от первого лица, то это прям реально, как в реальной жизни. Ребят, кто катался на таком аттракционе? Я вспомнила вот сразу же, как каталась, когда это... Да, у нас... На драконе, да. Самолетики вижу. У нас есть в парке на ОКЦ есть такой дракон. Девочки любят на нем кататься. Круто, я спрыгиваю. Что с тобой? У меня проблемы. У меня голова... Я в кусты. Я в самолет сейчас сяду. Есть, погнали, отлично. Уже. Ну сейчас ты посидишь, подождешь и начнется. Все, я полетел, ура. О, взлет, можно вверх, вниз. Знаешь, что самого от первого лица реально круче. Да, я лечу. О, на самолете. Ну, вообще, кстати, прикольные аттракциончики. Ребят, это тайкун, который Рита уже отстроила. Мы сегодня его обзор делаем. Вон ту штуку хочу. Эй, чувак, стой! Стой! Нет, сейчас это не... Ладно, на зеленую штуку. На этой горке, она классная. Вот туда мы входим. Сюда заходим, ребят, телепорт. Теперь F.
О, погнали. Сейчас поедет. Йоху, спасите, помогите. Ух, теперь от второго лица, давай, заходим. Я также делаю на американских горках по 3 раза. Катаешься? Нравится? Да. Погнали, 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 погнали. Это штука, где эта штука? Да, я обожаю такую. Поехали, ребят, это очень высоко, это немножко... А сделай первое лицо, прям реально круто. О, поднимаемся, ребят, уже закат, мы целый день сегодня в парке. Сейчас поднимаемся, и вау, бам! О, прикольно. Так если было бы выше, было бы прикольно, да? Да, когда долго падаешь вообще. Опа-на, прикольно. Я хочу в толпу, приветики, как дела? Люсина и Анна. Все пучком? Я вашу подругу выкинул. Она на улице, вон там в траве, вон в кустах валяется. Это крутилка вообще прям клевая. Клевая? Сделай первое лицо. Давай, все, ребят, смотрим. Так, начинает меня крутить, вертеть. Ой, голова кружится. Ой, ребят, ничего не понятно. Вот так вот лучше. Смотрите, как Риту вертит. Чик-чик-чик-чик-чик. А, это типа тренировка космонавтов. Ну, от первого лица реально круче. Я же говорю, зачем от первого лица. Вот эта штуковина. Давай, мы тебя ждем. Дверь открылась. Забегаем. Все довольны. Ой, видишь, человечкам понравилось. Все, поднимает. А, нас и крутит еще. Не, вот так вот лучше видно. Ребята, это как обзорная площадка. Вот так вот сидишь, смотришь куда. Мы там были. Вон на той горке мы еще не были, а там были, на коняшке были, все были. Да, на самой огромной мы не были. Ну, на самой высокой, да, сейчас пойдем. Я ее делала. Уже долго. Пора, ребята, испытать самую крутую горку у Риты. Знаешь что? Все, я выхожу, откройте дверь. Да открывайся же ты, зараза! Знаешь что, я все американские горки строила, ну, перестраивала по 100 раз. Почему? Потому что то я забыла сделать подъем такой, как... который помогает подняться в горке. Угу, так. То я что-то не так сделала и приходится перестраивать, потому что, типа, нельзя так построить. Нельзя в землю воткнуть, да? Ну, конечно. В небо оторвано, да? Летишь, хобы, пусто нету. Да, там ограничение высоты есть. Ограничение высоты. Все, выходим, я тут накатался. Все. О, я в этой не был еще, не был. Был? Был? Да, мы же были. Точно был. И тебе понравилось на этой горке. Не, я иду дальше. Тут тоже были. А где вход в горку в эту? Ну, ищи, а я сама не знаю. Рита построила горку без входа. Без освещения, без входа вообще. А, вот. Это не вход. А что, это выход? Это мостик. Вон там, снизу вправо. Снизу вправо, вон туда? Да. Ура, ребят, идем. Все, где? Кстати, мы на этой красной не были. Мы на красной не были? Да. А на синей были? Она уже, не, вроде не были тоже. Давай садимся, скорее. Она очень быстро катается. Самая быстрая горка в мире, да, ребят. Сделай прямо от первого лица, прям круто. Да, у меня голова опять будет кружиться, Рим. Да как? Сделай еще через другое первое лицо. О, вот. Прям класс, понравится. Смотрите, ребят. Куда ты в бок повернул? Кстати, у нас есть очки виртуальной реальности, там в горках тоже очень классно. Не, куда я в бок повернул? Сниму вот так вот, чтобы видеть весь масштаб, всю скорость. Все, разгон, ребят, разгон. Уи! Самая страшная горка в мире, давай. Ну что, первое лицо, она реально круто катится, просто. Давай, попробуем. Я ничего не вижу. Я потерял дорогу. Меня свернуло сюда. Еле-еле забираемся наверх. И нет, только не это. Какой кошмар! Стой, сейчас догоним. Там на лошадке. Сейчас догоним. Стой, давай с самого начала. Давай, стой, подожди, стой, я догоняю. Куда ты ушел? Стой! Я сейчас сокращу дорогу. Где ты? Лошадь. Коня, ты где? Стой! Удрала, блин. Все. А где второй пассажир? Да, он в тебя сел. Опять в меня сел. Да. Ну все, но! И го-го! О! Все, тык-дын. Тут нет такого. Не знаю, как сказать, но должна была быть детская прям, а тут нет никаких защитных штуки, чтобы держаться. О, привет, чуваки! У-ху! Ну как-то медленно, да? Ну, после, конечно, американских наверное, горок так себе. Наверное, от первого лица будет еще быстрее. Вот, ой, меня трепануло, чуть не вывалился. Класс.
Чего хорошего? Я не о том, я о горке. Есть, все, мы все аттракционы прошли. Вроде все, ну давай посмотрим. Да все, я ну-ка сейчас осмотрим, ребят, чик-чик-чик-чик. Здесь были, здесь были, здесь были, здесь были, здесь. Мы здесь... не были на детском поезде. Детский поезд, ребят, погнали на детский поезд, скорей. Да, там горки. Вот он, детский поезд, нет? Вон туда просто, беги вперед. Фух, что-то я устала. Ребята, давайте Рита еще достроит тайкун. Мы посмотрим, что за детский поезд, и в следующей серии проверим, да? Кто хочет, напишите в комментариях. А вы сегодня были на канале? Папа и дочки Геймс. С вами сегодня были папа, дочка Рита. Хорошие денечки. С каналом Папа и дочки. Всем пока. Пока. И посмотрите для хорошего настроения еще одну нашу серию. Пока.